ливень в Аризоне, пустыни. Представляешь, какой-то веки. Может быть, мы переживаем историческое событие раз там в 500 лет. Вот это вот случилось, понимаешь? Где я сомневаюсь? Такое все зеленое. Все-таки это довольно чаще бывает. Стеклочтилем надо пользоваться. Сия! А вот смотри, там какой-то дождь впереди. Смотри, космос дождя такие. Ливень в Аризоне. Ну, ты не скажешь вообще-то, что это пустыня. Высота 5000 футов. Полтора километра, да? Это еще как бы альпийский